Пляж Ганзбай, Южная Африка. Пляж, расположенный на территории городка Кансаби, который даже называют Great White Shark Capital, что значит столица великой белой акулы. Здесь в самом деле водится один из самых опасных хищников в мире. Конечно, несмотря на обилие предупреждающих знаков, некоторые туристы все равно целенаправленно приезжают именно на этот пляж. Здесь популярно экстремальное развлечение, где дайверы опускаются на дно в специальные клетки из металлических прутьев, защищающих от хищников. Пляж Сан-Паулу, Бразилия, может показаться забавным, но главную угрозу на этих пляжах несут маленькие рыбки. Пираньи – рыбы быстрые, а потому убежать от них практически нереально. Впервые нападение пираний на данной территории было зафиксировано в 2002 году, тогда их было 38, но с каждым годом количество случаев становится все больше. В 2009 году было последнее зарегистрированное нападение с летальным исходом. Если тебе интересна данная тема, ты можешь посмотреть видео полностью на моем YouTube-канале Егор Еремеев.